У нас был пилотный проект, который мы запустили, помощь ВПО. И этот проект называется «Новое життя». Очень много людей, которые покинули свои дома и теперь живут в Харьковской области. Да, и не только в Харьковской области, по всей Украине и во всем мире. Но мы сейчас покрываем Харьковскую область и непосредственно город Харьков. Мы выезжаем в села, в населенные пункты, там, где очень много внутренне перемещенных осиб, которым очень нужна помощь. И наше направление – это дети, которым мы сейчас помогаем. Мы делаем для детей праздник с подарками. Их развлекают психологи, педагоги, аниматоры, скажем так. И сейчас со взрослыми работает, выезжает психолог, который проводит тренинг снятия напряжения, стресса и вообще этой ситуации всей, которая мы уже 5 месяцев практически в войне. Также мы привозим туда гуманитарную помощь и раздаем этим семьям, которые с детьми. В эти категории входят и многодетные, и матери-одиночки, и семьи с детьми ВПУ. Поэтому вот эту категорию населения мы стараемся покрыть. И благодаря «Новая Украина» последние пару выездов они нас очень в этом поддержали.